Всем привет, народ! Нахожусь я сейчас на Бали, и давайте я вам покажу, какой здесь шикарный вид на Индийский океан. О, любимая читает. Помаши на камеру. А то вы часто говорите, что я не показываю свою девушку в кадре. Смотрите, как здесь круто, народ! Так, попробуем водичку. Водичка шикарная. Круто то, что на террасе есть джакузи. Я сюда поставил ноут, и именно здесь я буду работать. Не работать, а заниматься любовью. Потому что я не работаю. Я занимаюсь тем, чем нравится. Буду заниматься любовью с валютным рынком. Блин, ну как же здесь шикарно. Представляете, полная ванна пены, ноут, торгуешь, вид на океан. Блин, народ, я раньше видел такое только на картинках. И теперь это все у меня в реальности. Так что, народ, мечтайте. Я вот 2 года назад никогда бы не поверил, что буду жить такой жизнью. Так что, народ, никогда не сдавайтесь, никого не слушайте, идите до конца, и у вас обязательно все получится. Так, давайте я вам покажу отель. Отель нереально крутой. Кстати, смотрите, починил я свой Mavic. Надеюсь, уже будут нормальные видосы. Был у меня сломан все-таки стабилизатор. Упал он у меня, зацепился об пальму. Но я починил. Теперь все работает. Еще хотел вам показать, какие здесь крутые деньги. Народ, смотрите, здесь ходят балийские рупии. Здесь 100 долларов, это 1 000 000 балийских рупий. 10 баксов, это 100 тысяч. Также здесь есть альбом для рисования. Я, блин, ни в одном отеле не видел альбома для рисования. Переходим сюда. Здесь 2 отдельных умывальника. Очень прикольно. Душ. Вот такой вот простенький душ. И здесь выход сразу же к джакузи. Еще смотрите, вот чем мне нравятся заграничные каналы. То, что они показывают курсы валют, рассказывают какую-то интересную информацию про инвестиции. То есть за границей это учат с самого детства. У них много интересных каналов в этой тематике. А у нас принято считать это лохотроном. Теперь давайте обсудим цены. Прилетели мы сюда на 13 дней. И вместе с перелетом получилось ровно 7000 долларов, так же, как и на Мальдивах. Но на Мальдивах у нас было все включено, а здесь только завтраки. Для бюджетного туриста на одного человека можно отдохнуть до 1000 долларов. Тоже будет все включено. Перелет туда и обратно. Это где-то на 2-3 дня. И самое главное, что я понял, нужно ценить вот эти все вещи. Я каждый день благодарю за свою любимую, за этот океан, за деньги, за родителей. За все, народ, нужно благодарить. Даже если вы ничего не имеете, благодарите за это. Потому что есть люди, которые живут намного хуже вас. Так что цените то, что вы имеете. И напоследок я для вас запущу свой денежный поток. Давайте проверим. Заряжен, да, все нормально. Этот пистолет для меня как бы стал моим символом, моим талисманом. Это мой символ благополучия. Так что погнали. Шикарно. А теперь я иду набирать джакузи. Тяжело ходит дверь. И перехожу к торговле. Итак, приступаем к торговле. Напоминаю, что видео я уже записал, и теперь просто для вас его комментирую. Смотрите, какая здесь ситуация. Здесь отличный уровень поддержки. График пробивает уровень поддержки. Я заключаю 2 сделки на 20 тысяч на повышение на 1 минуту. Почему я заключаю сделки на 1 минуту? Народ, смотрите предыдущие ситуации. Вы видите, что в предыдущих ситуациях 1 минуты было достаточно. Да, график касался уровня поддержки. И за сколько там? За 5 секунд, за 15 секунд он шел вверх. То есть минуты здесь достаточно. И график выстреливает. Я ускоряю видео. И эта сделка заходит в плюс. Кстати, в джакузи очень удобно торговать, но записывать там видео неудобно. Здесь такая же ситуация. У нас есть уровень поддержки. График пробивает уровень поддержки. И я заключаю 2 сделки по 20 тысяч на 1 минуту на повышение. Опять же, видите, здесь 1 минуты достаточно. Но в данной ситуации, народ, я не дождался разворота, поспешил. Видите, и здесь мне минуты не хватило. 1 сделка в минус. Но 1 сделка все-таки закрылась у меня в плюс.
Это моя грубая ошибка. Всегда дождитесь разворота. Здесь шикарный уровень поддержки. И я сразу же заключаю 3 сделки на 20 тысяч на повышение на 1 минуту. Здесь идет резкий выстрел. Смотрите, обычно после такого резкого выстрела происходит откат. Здесь можно было заключить на понижение. Опять же, смотрите, почему на минуту? Потому что здесь минуты достаточно, да? График коснулся уровня поддержки и сразу же ушел вверх. Коснулся уровня поддержки, прошло там секунд 10, и он сразу же ушел вверх. То есть минуты здесь достаточно. Но в этой ситуации, видите, даже минуты много. Сейчас увидите. График резко взлетел и теперь опускается. Но на последних секундах 2 сделки вот закрываются в плюс. И 1 сделка идет на возврат. Дальше. Это же валютная пара, британский фунт, доллар. Я решил протестировать одной сделочкой уровень сопротивления. Я был не уверен в этой сделке, поэтому заключил всего лишь 1 сделку. И эта сделка у меня заходит в минус. В следующей ситуации я решил протестировать уровень поддержки после восходящего движения, заключая 2 сделки по 20 тысяч на 1 минуту вверх. Также параллельно просматриваю другие валютные пары. Не дает мне покоя пара британский фунт доллар. К ней я еще вернусь. Здесь ускоряю видео. 1 сделка в плюс, 1 сделка в минус. Ничего страшного, идем дальше. Опять эта же валютная пара. Смотрите, произошел пробой. Я здесь жду разворота. Я пока не заключаю сделки на повышение. Дождался разворота и теперь сразу же заключаю 3 сделки по 20 тысяч на 1 минуту на повышение. Вот с этого видео вы усвоили, что нужно дождаться разворота и тогда смело заключайте на повышение. Но здесь я уже принимаю решение уйти с рынка, волатильность низкая, все сделки заходят в плюс, но очень опасно. Так что, народ, не жадничайте и уходите. И вот на такой ноте я завершаю торговлю, вот все мои сделки. Получилось заработать за 15 минут 86 тысяч. Часовой пояс у меня здесь плюс 2, если хотите проверить сделки, время по Киеву, потому что на этом ноуте время я оставил киевское. Так что вот такая вот получилась у меня разминка перед торговлей в закрытой группе. Я вас туда хочу пригласить, всех жду, первая ссылка в описании, там я даю сигналы по скальпингу и торгую вместе с вами. Огромное спасибо вам, народ, за поддержку, за просмотр. Подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайк и также подпишитесь в Instagram, потому что там вы увидите самые свежие мотивационные видео. И также подписывайтесь в Telegram. Всем удачной торговли, пока!